Всем привет! Я вернулся после небольшого отпуска снова на работу. К сожалению, снимать видео про работу часто неудобно, не хватает времени, да и в принципе ничего интересного у меня пока не происходило. Поэтому я продолжаю снимать видео про мои прогулки где-то на выходных, где я выхожу и показывать интересные места. Сегодня мы находимся в городе Ротендорф, и я был приятно удивлен, когда нашел в центре города, в парке, небольшой батут. Скоро Пасха, и поэтому все украшения у них на деревьях – это яйца. Вот так вот среди улицы стоят мешочки и урны для уборки после собак.